Минтранс изменил сроки повышения тарифов Платона. В проекте постановления правительства, которое было вынесено на общественное обсуждение в конце прошлого года, шла речь о двукратном повышении в 2017 году тарифов на проезд по федеральным дорогам в рамках системы Платон. В процессе обсуждения выяснилось, что перевозчикам выгоднее однократное повышение, чтобы не пришлось два раза пересматривать тарифную политику. Минтранс отнесся к этому с пониманием и сейчас готовит новые предложения по однократному повышению стоимости проезда по федеральным дорогам для фур массой свыше 12 тонн.